Добрый день, уважаемые любительницы шитья! Меня зовут Тимофеев Александр. Если вы просматриваете мой видеоролик, значит, вам интересна тема обучения ремеслу, кройки, пошива, моделирования одежды. 8 лет я преподаю курсы кройки и шитья с помощью видеокурсов в интернете. Более 12 лет я преподавал курсы кройки и шитья в группах в нашем семейном учебном центре. Когда ко мне приходили ученицы на первый бесплатный урок, я у них спрашивал, что в первую очередь вы хотите изучить, в чем вы испытываете трудность. Они мне отвечали вот в 99, если не в 100%, что шить на швейной машинке прямую строчку мы можем, потому что там ничего сложного нет, там нужна только практика. Сейчас швейные машинки очень хорошие, удобные к использованию. Там нужно просто строчить много-много прямых строчек, и вы научитесь в конце концов. Моделирование тоже. Вот сейчас есть многочисленные схемы в интернете, где представлен модель, технический рисунок, как вот из базовой выкройки смоделировать данную модель. Либо там нужно творческий подход, и уже можно как бы смоделировать любую модель. Но построение вот базовой основы лифа, переда, спинки, рукава, чтобы вот он идеально сел, этот лиф, на фигуру. Вот в этом все испытывают затруднения. Именно по своим индивидуальным меркам, учитывая особенности фигуры. Лиф состоит вот из переда, спинки, вот такая вот спинка, одношовный рукав, если это с одношовным рукавом изделия, и двушовный рукав. Вот так вот он выглядит. Все, имея вот эти вот четыре конструкции, вы сможете воплотить в реальность, вот в жизнь любую модель, применив принципы моделирования. Но для этого нужно иметь базовые выкройки. Основываясь вот на потребность большинства, я создал видеокурс, который называется «Европейская система кроя. Построение базовых выкроек за 30 минут». Что ж это за система? Я взял за основу европейскую систему кроя плюс наши семейные наработки. Десятилетиями, которые копились, даже столетиями, так как я потомственный портной в четвертом поколении, у нас свои наработки скопились, секреты. Вот применив все эти данные, я создал такую систему, которая позволяет очень просто и легко. Просто это не значит, что у вас получится балахон. У вас получится как ваша вторая кожа. Просто для того, чтобы обучаемому было проще понять, я не использую никакие формулы, никакие точки. Вот обратите внимание, точек вообще нет на моих чертежах. Расчеты, формулы. Непонятные термины ОГРШ, МРШ, ПРШ, этого ничего нет. По-народному, по-простому объясняю сложные вещи кроя базы. В итоге у вас получается вот такая вот конструкция, которую вы можете на пробнике покроить, одеть и убедиться, что у вас получится очень хорошая основа лифа, выкроенная именно по вашим меркам. Если вы уже владеете каким-то методом кроя, то я вам предлагаю попробовать метод европейского кроя в моей обработке, и вы убедитесь, что она вне конкуренции. Подробно о моем новом видеокурсе вы можете прочитать внизу на сайте или перейдя по ссылке, если вы смотрите ролик на YouTube. Там я полностью объяснил, стоп-кадры есть, все разъяснено. Данный видеокурс вы сможете просмотреть, скачав его к себе на компьютер. Вы можете просмотреть онлайн, без скачивания в личном кабинете, либо заказать его на флешке обычной посылкой, которую получают на обычной почте.
Все способы оплаты заказа моего нового курса находятся под данным роликом. Изучайте лучше, владейте лучшим, становитесь лучшими в профессии. Благодарю вас за внимание. Потомственный портной Тимофеев Александр.